Всем привет! Мы, учащиеся школы номер 19, представляем страну Беларусь. Прекрасное и процветающее государство. Минск – не только культурная, но и спортивная столица Республики Беларусь. В этом городе есть много спортивных комплексов, в которых тренируются знаменитые спортсмены. Здравствуйте! Я бы хотела вам задать несколько вопросов. Первый вопрос. Какой ваш любимый зимний вид спорта? Знаете, мой любимый вид спорта – это фигурное катание. Каждые выходные я катаюсь на катке. То есть я так понимаю, что у вас есть любимая фигуристка или фигурист? Да, моя любимая фигуристка – это Любовь Бакирова. Она занимается в Гомельском ледовом дворце. В Гомельском ледовом дворце тренируются все фигуристы. Самые известные – это Любовь Бакирова, Юрий Беляев, Мария Полякова, Никита Бочков. Летом в Беларуси нет искусственного льда, поэтому они отправляются на летние сборы в Россию или в Чехию. Все белорусские биатлонисты имеют высокий уровень подготовки. Занимаются они в спорткомплексе Раубичи. Светлана Парамыгина, Дарья Домрачева – выдающиеся биатлонистки не только Республики Беларусь, но и всего мира. Мехеда Александр, Зеленовский Артем – самые известные белорусские спортсмены по прыжкам с трамплина. Дмитрий Дощинский, Антон Кушнир, Алла Цупер – выдающиеся звезды по фристайлу. Все их тренировки проходят в горнолыжном центре «Солнечная долина». В этом видео мы познакомили вас с основными видами зимнего спорта, с известными спортсменами и главными спортивными комплексами Республики Беларусь. Какие вы знаете достопримечательности Беларуси? Я думаю, самые известные достопримечательности Беларуси – это удивительные замки, города, природа Беларуси, монастыри, храмы. Какое ваше самое любимое место? Мое самое любимое место в Беларуси – Беловежская пуща, где обитают великолепные зубы. Ну и, конечно же, Брестская крепость.